Привет! Сегодня мы будем обозревать кумыс и шубат. У меня есть кумыс из магазина, заводской. Есть шубат из ведра на базаре. И кумыс из ведра на базаре. Опять собака. Нет шубата магазинного, потому что он весь просрочен. Я чуть не взял просроченный шубат. Было бы еще хуже, чем так бы просто подрестался бы от этого. Кумыс — это кобылье молоко. А шубат — это верблюжье молоко. Ну, конечно же, самый топ — это покупать на базаре. Прям из ведра такого 5-литрового налили черпаком так в эту бутылку. Какую-то бутылку, которую они тоже предварительно где-то неизвестно где помыли, неизвестно где взяли, подготовили и в ее же налили. От какой-то клубники, знаешь, не пили же они сами это, а потом. Где-то на помойке, видимо, взяли эти бутылки. Но, надеюсь, нормально. Давайте сначала попробуем кумыс из... Давайте пройдемся по кумысу. У меня два кумыса, а потом будем шубат пить. Кам коня. Пшикает. Класс. Нальем сюда магазинное. А сюда нальем кам коня с базар. По цвету они одинаковые. Но они такие немножко прозрачные. Вот что-то тут плавает. Хотя нет. Тут что-то кажется пожиже, может, пожиже как-то магазинный. Нет, наоборот. Какие-то хлопья еще есть. Я уже пробовал как-то кумыс на видео, но это было 4 года назад. Поэтому смотри видео, как я пил кумыс 4 года назад. Я когда купил кумыс 2 дня назад, и все 2 дня мучился. Хочу попить кумыс. Он такой кисленький. И мне нравится, что послевкусие какое-то пшеничное. Я не понимаю, почему так. Это магазинный был. Сейчас попробуем с этого, с базара. Ой. С базара еще кислее. Что, кумысу, может? Что, Дима, кумысу? Никто не хочет пить кумыс. Все боятся пить кумыс. Блин, мне магазинный больше нравится. Он какой-то с каким-то привкусом таким пшеничным в конце. Понятное дело. Мне больше нравится магазин, он как-то повкуснее. Вот этот прям кислющий писец. Кислющий. Ой. Сужающий, кислый, как конфета, блин, кислая. Не описать вкус, какая-то такая сладость есть небольшая. Какие-то ягоды как будто напоминают, не знаю. Ой, блин. Не, ну, конечно, с базара, конечно, жесткий. Прям трушный кумыс. Закусим хлебушком, который купили. Какой тебе больше понравится? Они прям разные по вкусу. Да. Это получше, да? Это магазинный. Но вот таким еще привкусом пшеничным в конце какой-то. Не понимаю. Напиток достойный ханов, батыров и султанов. Кумыс – дар степей. Наслаждайся и пей. Не, ну магазин хорош, конечно. Да не, нормально. Я в прошлый раз пил. Хорошо было. Вот магазин и прям лайтовый такой. Ну вообще можно нормально пить. Но он тоже кислый. Но когда ты выпьешь вот этот, блин. Вот шубат самое крутое. Он прям поплотнее выглядит. Как молоко прям обычное коровье. Он прямо такой погуще. Супер густой. Ой, он прям пенка. Прям газация идет. Блин, опять налил. Как в прошлый раз на видосе налил. Обычная белая. Блин. Он прям бурлит. Наисвежайший.
Блин, какое крутое послевкусие после вот этого кумыса. Просто балдежное. Как будто пиво. Так, ну вот это уже шубаты. Верблюжье молоко намного плотнее. Но густой, как йогурт. Такое приятное после кумыса. Ой. Немножко пощипывание языка из этой закваски. Он прям как йогурт, прям такой обволакивает. Шубат прям топ. Кумыс тоже хороший, но да, блин, кислый очень. Шубат попробуешь? Нет. Почему? Нет. Да почему хотя бы чуть-чуть? Нет, фу, ты чё? Глоток. С хлебушком вообще офигенно. Очень приятно пощипывает язык. О, видишь, мы такое не пьем. Да почему? Потому что это гадость. Да не гадость это. Шубат это самая лучшая вещь в мире. Кумыс на втором, конечно. Будешь пробовать шубат? О, давай. Опа! Обманули. Обминули. Технопёс. Технопёс, технопёс. Чё, Кирилл, шубат? Шубат вообще топ. Такой, о, такой густой вообще, как йогурт. Вообще балдежный. Газированный. Да. С такой пощипыванием приятным на язычке. На язычке. Да допивай. И бабульки старые вот так поднимают. Поэтому они такие соленые. Кого они катают? Не первый говоришь это. Курт, да. Ну, вот это знаю. Только ты с детства нам говоришь. Да? Курт просто заснешь, мама подойдет, скажет. А знаешь, как кур делают? Ну да, а у меня не под мышках, они вот так, по коленке. Катают. В бане. В бане. Вот это трушный кумыс вообще. Кислый-кислый. Шубат вообще, прям после кумыса вот этого вот лютого, вот это прям божественное. Божественный напиток. Божественный напиток. Что-то у меня уже живот забурлил. Еще кумыс, пожалуй. Он такой жидкий, этот кумыс. Он такой жидкий по сравнению с шубатом. Прям вообще супер разбавленный. Как будто, как вода. Ой, бля. Но он кислый, реально, аж скулы сводит. Кислящие вообще жесть. Интересно, а можно их смешивать? Ну да, реально добавим. Давайте смешаем. Есть два напитка. Я не помню, я их смешивал или нет. Коктейль. Хлеба еще не дать. Но он на... блин. Менее кислый стал. Ой. Хорош. Холодненький, в жару. Вообще балдеж. Ой, с хлебушком. Так что каждый должен попробовать кумыс. Кумыс. Шубат. Ну, я пробовал не первый раз, поэтому мне интересно. Это так, чисто перетест был. Поэтому все. Всем пока. Пойду дристать.